Banfield 3000S, пожалуй, самая стальная мясорубка в своем классе, которая не приемлет никаких компромиссов. Почему именно она в этом обзоре? Поехали! Все начинается с материалов исполнения. Это чистая сталь, начиная с поддона и заканчивая всеми элементами, которые приводят в движение нашу мясорубку. Итак, всего три вида стальных насадок. Это 3 мм, 4,8 и 8 мм. Все они меняются. Скрывается под стальными насадками также стальное лезвие. И все это приводится в движение стальным механизмом. Горловина надежно фиксируется, надежно снимается также с помощью отдельной клавиши. Как мы обещали в самом начале, внутри полностью все стальное, что большая редкость среди современных мясорубок. Всего два элемента управления, которые подсвечиваются. Это активация работы мясорубки и функция реверса. Отдельного внимания заслуживает толкатель. По совместительству емкость для хранения всех насадок. А насадок у нас здесь целый набор. Это и насадка для КБ, и насадка для различного рода колбасных изделий. Будь то любимая деревенская колбаса, или тонкая колбаса, или насадка для котлет. Мясорубка удивляет даже с невидимой стороны. Проединены ножки и отсек для смотки шнура. Длина шнура 1,3 метра. Максимальная потребляемая мощность этой мясорубки 3000 Вт. Номинальная мощность работы до 1000 Вт. Производительность 3,9 кг в минуту. А это означает то, что данная мясорубка пригодится тем, у кого уже есть свое маленькое производство, либо для тех, у кого большие объемы, либо большая семья. Практический тест, мясо и картофель. Посмотрим, как мясорубка справится с этими нехитрыми ингредиентами. Драники должны получиться, диск 4,8 мм с отверстиями. И прямо сейчас в эту же конструкцию мы загружаем мясо, чтобы приготовить фарш. Вот сколько фарша получилось у нас буквально из 300 грамм грудинки. Если вдруг остались какие-то прожилки или что-нибудь в виде костей, то можно использовать функцию реверса для очистки лезвий. При этом шнек работает в обратную сторону, что позволяет вам очистить лезвие и продолжать работу. Как и заявлял производитель, около минуты нам понадобится для того, чтобы перемолоть фарш на 3,9 кг. У нас ушло около 15 секунд, чтобы получить фарш из 300 граммов мяса. В общем, Манфилд справился со своей задачей. И если вы все еще думаете, кому отдать предпочтение, Манфилд – ваш верный выбор. 3000S.